Подведены итоги конкурса «Лучший спасатель-водник». В пятницу в Шуино, завершающем трехдневный марафон испытаний, члены жюри единогласно выбрали лучшие команду кадетов из города Курск. Второе и третье места на пьедестале почета заняли команды из Воронежа и Тамбова соответственно. Хозяева турнира, ивановская команда, удостоилась лишь 7-го места. Город, в котором в следующий раз пройдут аналогичные соревнования, определит жеребьевка. Участники из соседних регионов отмечали, что состязания прошли на высшем уровне. Ивановская земля показалась приезжим очень гостеприимной.